Всем здравствуйте, меня зовут Герман, я отец Адама. Мы проходим дистанционное лечение в клинике Бейер Давид 1,5 года. На этот раз за помощью к Давиду решил обратиться лично я, так как буквально месяц назад заболел коронавирусом. Состояние мое, так сказать, было тяжелым. И мы с супругой решили обратиться к Давиду. Написав ему, он тут же перезвонил. Провел сеанс, и к вечеру мне стало немного лучше. На следующий день Давид провел мне еще один сеанс. Я пожаловался Давиду на боли в почках. И к вечеру после сеанса мне стало намного лучше. Плюс Давид дал пару рекомендаций, что я должен делать в последующие дни. На третий день симптомы стали проявляться у моей супруги тоже. Давид провел сеанс для нас обоих. Четвертый сеанс был в зуме коллективным, и вот после 4 сеансов в последующие дни болезнь протекала как обычная простуда. Единственное, что осталось, это сильная слабость, кашель, насморк, ну, обоняние пропало, вкус. В общем, ничего такого страшного не было, никаких осложнений, ничего такого. Мы хотели бы поблагодарить Давида за оказанную помощь, за отзывчивость, к тому же совершенно бесплатную, но очень эффективную.